В Барсово-Сургутского района открыли спортплощадку с искусственным интеллектом. Так, в рамках национального проекта «Демография» в лидер-арене установили цифровой хоккейный тренажер, на котором юные спортсмены могут отрабатывать технику приема и передачи шайбы. Машина анализирует игру, указывает на ошибки и показывает результаты на экране. Новинку уже оценили местные хоккеисты. По их словам, такие занятия не только интересны, но и важны для тренировочного процесса. Теперь спортсмены могут заниматься в том числе самостоятельно и видеть свои результаты на экране.